Привет, ребят! Хочу вам посоветовать сервер Rust Games. На сервере вы найдете отзывчивую администрацию 20+, рейд X2, длительность ночи 10 минут, длительность дня 50 минут, моментальный крафт, внутриигровая карта, RPG-система, ТП, хом, ремув, сбалансированные киты, а также сервер предназначен для кланов, не больше 5 человек, и многое другое. Вступайте в группу, и в ней они разыграют каждые 2 недели различные призы. Ссылки в описании. Всем привет, ребят, с вами Лего, и мы сейчас находимся на Батл Ройале. Вы не думайте, что я как бы ушел с Rust Club, на Rust Club я буду дальше продолжать снимать на третьем сервере, скорее всего, либо на втором. Так что заходите, играйте, ссылка будет в описании. Почему Батл Ройал? Потому что я этот ролик запишу заранее, если вы будете уже смотреть, то вы будете знать, что я уехал отдыхать на Соленое озеро в Соль-Илецк до понедельника, скорее всего, и поэтому я не смогу записать после вайпа сервера какие-то ролики. Поэтому что я сделаю? Поэтому Battle Royale выйдет в субботу и воскресенье, а уже с понедельника, как и приеду, начну записывать, постараюсь, выживание. Так что, чтобы сервер был забит, заходите, играйте, и, может быть, я даже сделаю такую серию, что вы мне будете помогать в развитии, то есть для постройки дома или еще чего-то. То есть, ну, потому что уже будет мало времени для развития, поэтому нужна будет ваша помощь. Либо просто с кем-нибудь побегаю на серии, на сервере Rust Club 3. Ну что, мы начинаем Battle Royale, попробуем выиграть. И, в принципе, Соль-Илецк находится 600 километров от Уфы. Я буду ехать 600 километров. Там будут грязевые ванночки всякие, ну, то есть вот такие вещи, чтобы поднять здоровье, чтобы вообще оно было на ура. Вообще сейчас вешу где-то около 104-105 килограмм, похудел, получается, где-то на пятнарик. Сейчас я уже себя хорошо чувствую. Все вроде как нормально. Ну а мы сейчас в Батл Ройале будем лутаться и пытаться выигрывать. Что я буду делать в Соль-Илецке? Буду кушать. Буду плавать на соленом озере, на пресном озере. Там есть соленые, так и пресные. На соленом типа лечатся, что ли. Для этого сделано. Так. Сейчас подождите. Здесь мне нужно по фасту. Что я сделал сейчас? Что я сделал сейчас? Вот что я должен был сделать. Берем шотганы, берем все, что можем. Хорошо. Вот эту мы скинем. Сюда я смогу перезарядить или нет? Или он туда один патрон решил заряжать? Так, вот это одеваем, вот это. Это все выкидываем. Это мне не нравится. Аптечку, конечно же, берем. Ставим ее сюда, это на однерочку. Ботиночки, это все выкидываем. Нифига себе, да, как мне по ящикам более-менее повезло. Здесь у нас что? Здесь у нас лук, стрелы возьмем, если кого-то мочить. А шотган оставим на потом. Картечь зарядим, все нормально. Блин, что-то стал разговаривать как картавый ушлепок, но, блин, нет, я не буду заднеприводным, извините. Так, дальше поехали. О, 22 патрона на калашик, но жалко самого калаша, конечно, найти я не могу. А, идем дальше. Вот это залутался, так залутался. Возьмем сейчас лук, попробуем с лука замансить кого-нибудь. Что там еще про Соль-Илецк? Там, по-моему, проживание будет стоить каких-то денег. Не знаю, думаю взять камеру, позаписывать, напишите в комментарии. Я как раз-таки их прочитаю с этого, как его, уже с другого города. Там, по-моему, Оренбургская область получится. И возьму с собой только экшн-камеру, наверное. Сейчас попрошу, чтобы Лилия ее положила в сумку. С экшн-камеры, может быть, что-нибудь сниму. Но в Соленое озеро, конечно, я с экшн-камерой не буду забираться. А так, что-нибудь, ну, возможно. То есть, это больше такой будет отдых медицинского, что ли, плана. То есть, туда люди ходят. Ого, у него что, калаш? У него, по-моему, калаш, надо его пропустить. Потому что он может просто захреначить. Он уже куда-то забирается. Нужно поближе подойти и попробовать размансить его. Опс. Дверку он закрыл. Где он? Наверху. Понял.
Надо тоже наверх забраться. У него калаш, это очень плохо для меня сейчас. А вот сейчас получилось хорошо. Так, забираем калаш срочно. Блин, два патрона. Как же мне опять фартануло. Хиляемся. Вот это выкидываем. Здесь перезаряжаемся. Вот эту штуку выключаем. И шприц, чтобы отрегенивал после того, как мы вкалываем. И поехали. Не знаю, выиграю, проиграю. Мне сейчас как бы не важно. Мне важно донести для вас вот эту информацию. Чисто вот только ради этого. Пытаюсь сейчас ускориться и все снять. Главное, чтобы вы поняли, почему Battle Royale стал выходить. Потому что я тупо не успеваю. Калашей мы здесь набрали. Причем великое количество. И можно спокойно уходить отсюда. Через ворота, наверное, пойдем. Пойдем дальше. У нас есть калаш, это хорошо. Сделаем вот таким вот образом. И побежали. Пацан спит. Зачем он уснул? Открыл ворота, главное, и уснул. До этих... до вот этого аирдропа успею дойти или нет, даже не знаю. Но если его кто-то... Нет, не успею, походу. Или успею. Его, если кто-то лутанет, будет печально. Вот в чем вся проблема. Но там есть болтовка. Это очень хороший плюс. Что еще хотел я вам рассказать интересного? Ну, в общем-то, канал у нас двигается в хорошем направлении, двигается вверх с переменными успехами. Но как же без этого? Чем дальше, тем сложнее. Стараюсь для вас записывать различные игры. Также пытаюсь в 2К их записывать. В 2К мало кто может позволить себе это сделать. Это не понты, это для того, чтобы не устаю повторять, чтобы ваш глаз просто радовался. Мне бы было бы приятно, когда я смотрю, допустим, в 2К разрешении ролики. Это ведь даже и Full HD очень сильно заметно. Даже если ваш, я имею в виду, если ваш монитор Full HD-шный, и вы ставите 1440p, все равно будет качество намного лучше. Так что это все зависит от рендера YouTube. Вот такой вот он злостный парень у нас. Он, когда рендерит, он режет качество. Поэтому получается, что если я сниму в 4К, то будет как бы не до 4К, будет псевдо 3.5. Ну, все в таком духе. Как-то примерно я так это объясняю. Сейчас пойдем куда-нибудь в домик, наверное, вот в этот. Посмотрим, кто-нибудь еще будет или нет. Калашевич мы замансялили. Вот эту штуку не надо мне. Вот это, наверное, не надо. Ну чё, куда белый патрон-то? Это уже смешно, у меня 66 на калаш. Лук тоже не надо, сразу выкидываю все. Вот этим я тоже не пользуюсь, никогда и не буду пользоваться. Два дома здесь рядом стоят. Сужается экранчик. Ох ты ж. Килт надо одеть. И сваливать отсюда. Он со скопа стреляет или нет? Ох, прям над головой пролетело. Блин, я не хочу, чтобы он по мне попал. Это будет просто нереально, если он меня убьет. Да перестань. Мне, пожалуйста, вот в этот дом. Да перестань так делать. Ух, как над головой-то пролетает, а. А тут кто-нибудь сидит? Вот если здесь кто-нибудь сидит, это будет плохо. Надеюсь, что нет. Ну, можно сидеть в домах и ждать, как они это делают. Сейчас я прибавлю звук. Красная здесь. Томпсон здесь. Я наоборот его убавил. Ё-моё. Во. Теперь прибавил. Здесь что-нибудь было еще? Больше ничего не было. Краснух зарядим, чтобы было 6. Все нормально. Идем наверх. Долутываем здесь, что у нас будет. Не надо. Это сюда. Здесь что у нас? Аптечка большая. Это хорошо. Опять патрики. Здесь заманцываем. Что у нас здесь? Это не надо, это не надо. Патрончики. Ну, я думаю, они мне не помогут. Вот так, вот так. Поехали. Что у нас здесь? Аирдроп летит? Аирдроп мне хочется взять на самом деле. Куда он скинет? Нужно обязательно смотреть, куда он скинет аирдроп. Он бежит в тот дом, чувак. Я ему не рекомендовал бы это делать. Ну куда ты скинул-то, Айр? Алло, скинь еще. Куда ты скидываешь-то? Совсем, что ли, больной? Мне-то скинь аирдроп. Пойдем вот на тот аирдроп.
Ох, это было печальненько. 70 хп. Но зато есть шанс, что мы возьмем Айр. Конечно, небольшой шанс, но есть. Battle Royale тоже интересные катки. Вы даже писали в комментарии, типа, запиши, запиши. Здесь постоянно экшон, и постоянный экшон, и нужно где-то залутать какие-то оружия, аптечки и уже меситься. Не знаю, вот довести до 100 хп, давай завезем 100 хп, зеленую аптеку сожрал, чтоб сотки начинать. Надо всегда держать, вот это хорошее правило, всегда держать на сотки хпшки ваши. 25 человек тем временем осталось живых. Нужно доходить до финала каким-то образом и там размансовывать. Не знаю, получится нет, но под конец я буду меньше болтать, буду больше стрелять. Тоже, все-таки здесь есть какой-то челлендж и хочется воевать и убивать. Опаньки, меня спалили справа. Сейчас мне как даст. Он тоже пошел, мне кажется, за Айром. Хотя не уверен. Но он в этой кибитке стоял, я его видел. А получается, я назад иду ко всем чувакам, которые идут наоборот вперед. Печально это выглядит. Это плохо. Воу. Быстрее идем на Айр. Просто быстрее. Смотрим в правую сторону. Кто-то по кому-то там стрелял, пускай они перестреливаются. Влево смотрим, вправо смотрим. Смотрите, картинка какая. Буш, что-то ДД там. ДД, ББ, он там бегут к аирдропу толпа. Главное, чтобы меня в спину не подстрелили. А где Айр-то? Вон он, Айр. И к нему бежит тоже пацан какой-то. Блин, я не хочу ему дать аирдроп. Просто... Ага, один уже лутает возле кустов. Ох ты. А вот это было плохо. Вот это было плохо. Хорошее попадание. 50 хп. Как выживать, я не знаю. Попал ведь все-таки, сука, а такая. Сейчас будут друг с другом стреляться. Я буду перебинтовываться. Хорошо. Он долутает? Нет, интересно. Там еще бегут. Как же он мне с пулемета-то надолбил, я ему 3 раза попал. Эх, незадача, ладно. Первый раз не получилось, и мое место 20-е. Очень слабо. Ладно, не страшно. Хо-хо-хо, вот мы сейчас за ним последим. Он с пуликом. Откуда он достал пулик? Блин, я вместо того... Зачем я спалился? Моя сейчас была ошибка очень четкая. Почему я не могу отодвинуть экран? Повезло, на пулемет тут обсирают пацана. А как на него обратно попасть-то? Что? Пацан где-то в зиме, полностью фул залутанный. Хорошо было. Вот этот парень с пулемета. Реально повезло. Он может просто сейчас душить 2-3 патронами и сносить лица. Давайте. Да как же мне сделать так, чтобы было видно? Так. Сейчас пробую отодвинуть карту. Во, отодвигается. Да ё-моё. Надо, получается, за ним как-то постоянно следить, тогда будет нормально. Все, смотрим за ним. Ага, смотрим. Как же на него направиться? Что с камерой сделать? О, о! Да ну нафиг. Просто убили пацана, который был с пулеметом. Но это бред, зато он меня убил с 2 патронов, когда за гашетилу попал хорошо. Обидно. Этот бежит за радиацией. Прям потеет, у него калаши, болтовки, все с этими, со всякими приколами, со всякими штучками вставленными. Этот сел на гору, и что, у него коллиматорный прицел, ССМГшка. Так, что еще? Кстати, там, по-моему, конкурс уже прошел, было около 500 учащихся на Rust Club. Очень круто то, что кто-то выиграет випку, 3000 рублей и, по-моему, про аккаунты, еще какие-то аккаунты, это реально зашибенски. В Battle Royale мы будем играть иногда, в любом случае, главное, чтобы вот пытались в него что-то добавлять, чтобы было что-то интересное. То есть карту, чтобы, может, как-то изменяли. Или я слышал, что в Расте выйдет новая карта, которая просто сделана для слабых ПК. Он что, псих? Он... Во-о-о-о. Зачем они ставят эти глушаки, я не понимаю. О, нифига как разбросило. А тот с болта пытается попасть.
То есть там новая карта, она, короче, какая? В новой карте... Что там делается? Там нету ни кустов, ни камней, вообще ничего нету. Просто острова какие-то, вода и все, и больше ничего нету. Это сделано для того, чтобы можно было играть на слабых ПК. Вот, можно вот так вот смотреть под низом его. Мне главное болтовку дать, и я бы карал бы. Фига там с пулемет наяривает. Пацанчик, неплохо. У Амахасла пулемет, и еще и кто-то наступил на мину, что ли, или на что-то другое, или на ракету. И эта карта, по-моему, будет маленькая. Вот прикольно будет, если бы там на ней запилили выживание, чисто где со слабыми ПКшками. Но там уже как Counter-Strike, понимаете? Там даже маленькой растительности нету. Вот видите, как зеленые текстуры наложены на карту, вот, которые просто очень сильно расплывчатые. Просто цвет как будто дает земли. Вот там также просто голая карта, в которой, я не знаю, даже в КС можно было какие-нибудь... Точнее, даже в КС в 1.6 стенки выглядят намного лучше, чем там. Он что, его не слышит, не видит, пытается забраться на голову. Дошел до финала с говна шлемом, ведром, костями и СМГшкой. Ну, это смех, конечно. Это смешно. 7 осталось выживших. Этому с болта прописал прям в голову. 98 метров. Лутается, пытается быстрее. Дальше пошла война. Там раздал пулемет. Пулемет раздает, малорик. Нет, пулемет — это имба. И, короче, весь финал здесь у нас закрывается в таком месте, как холмы. На холмах чисто торчать на минус 40 хп. У меня по аптечкам просадка была не слабая. А Махасла говорит, вин 90%. Сейчас посмотрим. По одному патрончику. Так, пэмс попал. И там у того что-то, по-моему, по лоу хп, да, стало? Этот паря ныкается. Фрэнс. Ой, как хорошо ныкается, и справа его уже обходит. Не хочет он уходить и правильно делает. А нет, вышел. Запалил его, интересно, или нет? Двое сейчас в кустах будут, один, по-моему, рядом прямо с ним сидит. Тут надо аккуратно сейчас вообще, просто аккуратно выжидать. Но его уже никто не будет обходить. Тут никто не будет бегать, как дурак. Обалдеть, вот это прикол. Он его сгреет, нет? Че, он его не сбрил? Сбрил. Остался Фрэнс. Остался какой-то чувак с бедным Томпсоном. Здесь вот по центру возле скал бегает Мансит паря. Хорошо. И здесь тоже паря бегает Мансит. Не, интересно, кстати, наблюдать за другими игроками. Даже прикольно их озвучивать, комментировать. Может быть, податься в какое-нибудь комментирование. Вот почему вот реально не сделали еще какой-нибудь, как в КС, там 5 на 5 какую-нибудь карту вырасти и поехали драться, чисто вот просто для пострелушек. То есть у каждого оружия есть ведь своя механика, есть своя стрельба, свои отдачи, свои фишки. Почему бы реально не сделать просто там 5 на 5 или 10 на 10 или с равными какими-то фишками, домами, да пускай даже домами, одинаковые дома там двухэтажные. И нужно один рейди, другой защищать. Было такое, но людям не понравилось, понимаете? Я вот этого не понял, почему людям не понравилось. Как бы ближе к спорту, хотя бы хоть чуть-чуть. Я не говорю, что раз должен быть киберспортивной дисциплиной, но хотя бы чуть-чуть. Просто, чтобы было интересно смотреть, комментировать, там, допустим, вот Лего там взял с болтовкой, там стоит, чекает позицию, там чик-чик. Кстати, а почему на пулемет нет скина? Вот это было бы... А сейчас будут за камнями друг друга бегать. Чё этот? Подожди, этот обходит. Лол. Вот это красавчик. Смотрите, какой красавчик. Просто на картах. Просто на картах. 7-0. Дожал малорик. Там кто-то взорвался где-то. Или гранату кинули, что ли. Бери пулемет как-нибудь. О-о-о, здесь позиция вообще дичайшая. Пацан себе жопу прикрыл, бегает поверху. Этот палит его труд, видит пулик. Вот это классно вообще, позиция прикольная. Один пасет пулик и идет к пулику. Другой и вдвух на картах ходит. Зачет вообще. Томпсон и Калаш. И что сейчас будет? Да ну нафиг, Томпсон выиграл. Но это бред. Томпсон победил. Томпсон победил. Как вообще такое может быть? Томпсон дошел до финала и убил пуликов и всяких там прочих бомжей. Ладно, поехали. Следующая катка. Попробуем докуда-нибудь дойти. Докуда дойдем, до тут дойдем. Главную инфу я вам дал. Я приеду в воскресенье, в понедельник.
буду в соли купаться. Ролики выходят. И напишите в комментарии, что бы вы хотели видеть. Допустим, может, прохождение чего-то. Может, скоро какие-то новинки выйдут, о которых я, может быть, не знаю. То есть это тоже очень интересно. А сейчас... О, там толпа перепрыгивает трубу. А сейчас будем делать последний заход в Battle Royale. И все. Что еще интересно? Вот двухстолку, когда добавят, что она будет делать, интересно? Просто выстреливать сразу двумя патронами правой кнопкой и убивать сразу с выстрела вплотную, так что ли? Тоже имба, представляете, с зелеными патронами. Два патрона стреляете двойкой, как бы. И два патрона летят вот так вот. И рядом идут два пацана, и сразу минус два хеда. Вот это было эпически. И сразу там Арнольд Шварценеггер, один выстрел, два трупа. Ладно, идем к домику лутаться. Сквозь кусты, сквозь озера, сквозь леса и камни. Главное, чтобы никто это не сделал быстрее меня, а то моя катка здесь сразу закончится. Прямо с этого дома. Будет как-то немного обидно. Кто-то пулик нашел опять, что ли? Пишет ха-ха-ха пулик. Да не может быть, хорош пулики находить. Да? Ясно. Ясно, там уже крики какие-то, визги. Погнали на завод. Да что ж мне опять не везет-то так? Когда не потеешь, пытаешься что-то играешь ради прикола, как-то лучше получается и выигрываешь. Я там услышал голоса и звук арбалета и сразу понял, что там делать нечего. Идем дальше. Хоть до какого-нибудь оружия-то надо добраться. Вон, вижу первый ящик. Военный. Оружейный даже, я бы сказал. И, возможно, мне там сейчас как... Ну да, конечно. Хорошо. Дальше идем на завод. А где там стрела-то какая-то прилетела? 23 патрона на калаш, хорошо. И килт. Ну, как сказать, хорошо, пойдет. Эй, уже... Да что за дебил там стреляет? Он сразу тоже пошел наверх или нет? Пошел куда-то левее. Меня преследует пацан с арбалетом. Вот это круто. А другой обходит слева. Тоже круто. А вот здесь как мы будем сейчас спускаться, я не знаю. Нужно обходить эту гору и просто спускаться. Что-то мне вообще здесь не пруха, не везуха какая-то. Надо было сразу идти. Ладно, пойду вот до следующего дома. Даже не буду заходить на этот завод, смотреть его тут, что-то делать. Вот, буду, ладно, хорошо, уговорили. Здесь быстренько. Главное, чтобы меня здесь никто не задел и не увидел. Дайте хоть оружие-то какое-нибудь. Скопа. Скопа это хорошо. Скопа это хорошо. Томпсон не очень. Хотя бы перезарядим его. И пойдем дальше. Так, 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 так. Это выбрасываем. Это выбрасываем. Это выбрасываем. Вниз пойдем. Граната одна есть. Но это не смешно уже. Так, хорошо. Здесь есть. Это выкинем. Что там, аирдропы летят? Мне болтовку только, пожалуйста. И все, и больше мне ничего не надо. Болтовку дайте. А это как так? А это вот так вот. Подожди, что ты поставил? Вот эту хотя бы. Вот эту дрыну хотя бы мне дайте. Так, здесь далеко мне бежать до этого. До аэра. Там еще пацаны где-то были. Можно поставить вот эту штуку. Вот так вот сделать. Но это, по-моему, бред. Это просто дикий бред. За аэром мне идти тоже нет смысла. Меня там кокнут. Но с этой херни долбить... Это не смешно. Если кого-нибудь увижу, ну придется врываться в бой. Что делать? Там вот в этом доме кто-нибудь есть? Здесь что, красные патроны? Красные патроны, можно ворваться в дом и с красными прям в личико попасть. Если он не попадет, как-то выжить. Что, там есть что-нибудь? По-моему, нету. В смысле, из людей. Так, Томпсон 44 патрона, есть накалаш. Есть винтовка обосранная. Дайте мне просто болт. И все, больше ничего не надо. Тупо болт. Что, заходим?
Походу дела, здесь никто не заходил. А как зайти-то? Обежал 500 километров. Так, отсюда, это сюда. Это сюда. Это выкинуть. Это выкинуть. Это сюда, это сюда. Да что ж ты делаешь-то? Я же не говорил тебе менять. Это выкинуть. Это на перезарядочку. Это пока оденем. Вообще палево красного цвета. Палево красного цвета убираем. Вот это убираем. Вот это сюда ставим. Это сюда. Вот это, если что, зажмем. Хорошо пошло дело. Так, маску выкидываем. Это не надо. Не надо, не надо. Говно одно. Ну что так не везет-то? Зеленка. Зеленка не говно. Так, здесь что делаем? Пулю делаем. Белые выбрасываем. Что-нибудь еще было? Все, ничего больше не было. Это если что, дожимаем, зеленками убиваем. Пошли. Пошли куда-нибудь в центр. А вот это тогда вот так вот делаем. Подожди, а зачем? Мы это сделаем вот так вот. Вот это жесть. Вы когда-нибудь видели зеленку? С оптическим прицелом. На помпе. Это, конечно, дичь какая-то. Это просто дичь. Две зеленки, аптечки. Я не знаю тут, что делать. Мне нужен калаш. И выбрасывать вот это дерьмо. А лучше всего болт. А сейчас меня просто с травы убьют, и все, и больше ничего мне не надо. А, это не надо мне. Я и так хорошо справляюсь. Но здесь просто зажимать надо вот с этого дерьма. Ну как, мне кажется, он лучше Томпсона. Но он очень долго уронит. Помпа зеленка, зачем мне? Вот с помпы буду наяривать. Пропадет, пропадет. В смысле, пропадут патроны? Ну пропадут. Че мне их коллекционировать теперь, что ли? Мне главное убивать. Куда мы там дальше идем? Куда-то туда. Кто-нибудь еще где-нибудь пойдет? Я на самом верху и никого не вижу. Ладно. Идем в облако. В облако смерти. За мной тоже что-то никто не идет. Оу, следующее вот там. Быстрее надо. Мы прям позади белые штуки идем, радиации. Она сейчас очень будет быстро набираться. Поэтому нам как-то надо быстрее, быстрее, быстрее забираться в гору. И проходить препятствия. Слева-справа, главное, никого не встретить. Это будет провал. И что, никто больше не идет? Очень странно. Просто очень странно, никто не идет. Главное, они где-то месяцы кого-то убивают, но не идут. Давай, кто на горах-то? Вот там кто-нибудь есть? Нету. О, аирдропчик. Давай, болтовку и все. И договорились. Болтовку давай. Болтовку. Ну? Не сбрасывает болтовку. Да куда ты сбрасываешь? Ты постоянно этот долбанный аир. И еще куда сейчас бросишь? Как будто кто-то пробежал здесь. Ну ты вообще бом-бом. Почему ты на мою сторону никогда не можешь выкинуть этот аир? Так, этот влево упадет. А я успею его подобрать-то? Должен вроде успеть. А на него что, никто не пойдет? Я что, один по горам такой спускаюсь? Молодец. Ага. Там уже кто-то бахает. Бахает, бабахает. Будем с этого дерьмеца стрелять. Ну, 100% пойдут к этому аэру. Сотка. Инфа 100. Раз там уже стреляют. Хорошо, нужно будет зажать. Никого нет по сторонам. Что-то там вообще настреливают по жести. Один стреляет во второго. Калашик, по-моему, работает. И болт. Ох, по одному, по два патрона. Значит, такая средне-дальняя дистанция. Ага. Мансит и стреляет куда-то по горам. Один там. Надо его как-то обойти и забрать. Это болт. Это хороший болт. Главное, чтобы он мне не попал. Он по нему пытается попасть.
Вот он чуть пониже стал. Надо, чтобы он его убил. Ну, что, будет поднимать, нет? Или он меня уже услышал? Надеюсь, меня еще не услышал. Или как будто в кустах тот присел. Пока не вижу. Сейчас может быть мой слив тут. Почему мой слив? Потому что я так и не понял, где он? Куда он ушел-то? Что за бредятина? Ё-моё! Да иди отдыхай. А куда этот-то с болта делся? О! Болт пошел. Но здесь же был где-то болт. Можно попробовать по скалам. О, тут надо бежать. Тут надо просто дико бежать. Опс. Опс. Если бы это был болт, он бы сдох. Вот реально, если бы я попал ему с болта, он бы просто сдох. Ё-моё. А это уже не болт. Быстрее надо бежать. Ну все, я сдох. Мне тут бежать очень далеко надо. Че, ты пытаешься по мне стрелять еще, что ли? Дурак ты. Беги. Сделал регенку. Не знаю, докуда добегу. Но аптечка меня спасает. 17 игроков. А мы тут все бежим куда-то. На регене. Блин, как же я ему хорошо в хедшот попал. Была бы болтовка, он бы отлетел бы. И чё, все равно толку никакого не было бы, если бы я его убил. Потому что я бы не пошел же бы его лутать. Вон слева, справа ящики. Слева ящик. Я не успеваю. Если аптечки нету, или есть. Все, хотя бы аптечку. Там какие-то замесы вон происходят. Ой-ой-ой-ой-ой. Что делать, я не знаю. Это вот убираю. Да, конечно. Сидел, ждал. Вообще ни о чем, Battle Royale. Ну ладно, ребят. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. А, я уехал. Всем пока-пока.